уделяя этому аспекту практики очень большое значение, и в этом смысле сказал его святейшество, у джайнов нам есть чему поучиться. Начал уже. И поэтому в буддийских наставлениях говорится о любви, сострадании, мудрости. И в этом отношении все религиозные учения говорят об этом и том же. Существует много различных философских воззрений. Например, философские воззрения или религиозные воззрения, утверждающие существование Творца или не утверждающие существование такого Творца, независимо от того, утверждают ли они предыдущие и следующие рождения или нет, в этом они могут отличаться, но они едины в наставлении любви и сострадания. И все эти религии говорят о том, что нам необходимо быть хорошими людьми. Это то, о чем наставляют все религиозные учения, о любви, о сострадании, о терпении. И это то, что в самом деле необходимо всем людям. В нашем мире проживает 7 миллиардов людей. И где-то 1 миллиард из них — атеисты, не верующие ни в какие религиозные учения. Остальные же верят в одно из религиозных учений. И иногда из-за того, что из-за привязанности к своему собственному религиозному учению возникают конфликты между представителями различных верований и религиозных учений. И в нашем мире очень многие проблемы возникают из-за тех, кто придерживается какого-либо религиозного учения. И я думаю, что это очень печально. И, как я уже говорил прежде, например, в Индии представлены все религиозные учения, и необходимо, чтобы представители этих религиозных учений проявляли уважение по отношению друг к другу. Необходимо проявлять уважение к представителям других религиозных учений и стараться практиковать свое религиозное учение. И в некоторых учениях говорят о том, что необходимо взращивать любовь и сострадание. И, например, если мы проявляем любовь и сострадание даже к таким существам, как собаки или другие животные, они в ответ также проявляют любовь. И в особенности в нашем человеческом обществе все мы являемся социальными животными, все мы являемся представителями одного человеческого сообщества. И какими бы качествами, знанием или образованием не обладал один человек, он не сможет жить без других членов этого сообщества. Мы, люди, являемся социальными животными, и поэтому очень важно стараться поддерживать взаимопонимание и согласие в таком обществе. Необходимо стараться
бороться с ненавистью, завистью и другими негативными факторами, потому что если мы будем следовать им, мы не сможем выжить в одном сообществе. Необходимо проявлять уважение друг к другу, любовь. Даже если возникают какие-то небольшие конфликты, надо стараться проявлять терпение. И это то, что согласуется с нашим общественным бытием, то, что согласуется с тем, что мы являемся социальными животными. И, как я уже говорил, в этом мире проживает 7 миллиардов людей. И если мы подумаем об этом мире, люди убивают друг друга. Люди причиняют вред друг другу, обманывают друг друга. И те, у кого нет силы, часто гибнут даже от голода. И необходимо размыслить над тем, как же печальны эти факты, как печально, что такое происходит в нашем мире. В нашем мире погибает очень много, сотни тысяч людей погибают во время конфликтов. Многие сотни тысяч людей умирают от голода из-за привязанности и ненависти друг к другу. Например, в Йемене дети погибают, в Сирии погибают люди. И это происходит из-за политических проблем. И очень много людей, у которых нет защиты, у которых нет покровителей, умирают от голода. И если мы размыслим над этим, как мы можем это переносить, как мы можем выдерживать такие факты в нашей жизни. Мы все молимся о том, чтобы все живые существа обрели счастье. Мы говорим о том, что пусть все живые существа избавятся от страданий, их причин, обретут счастье, их причины. И когда мы произносим эти слова, нам кажется, что это происходит где-то еще, что мы говорим о чем-то еще, не связанном с этим миром. Но на самом деле, с одной стороны, мы на самом деле произносим ложь. Мы говорим о том, что мы стремимся к тому, чтобы все живые существа обрели счастье и его причины, но не обращаем внимания на те проблемы, которые испытывают другие живые существа. И говорят о том, что существуют многие миллиарды вселенных. С этими вселенными мы не можем ничего поделать, только лишь создавать молитвы и устремления, чтобы живые существа там были счастливы. И те живые существа, которые проживают в этих вселенных, мы ничего не можем практическим образом помочь и принести пользу этим живым существам. Однако в этом мире, в мире, в котором проживают люди и другие живые существа, испытывающие страдания, мы можем постараться каким-то образом принести им пользу, облегчить их положение. Если мы будем обмениваться опытом о том, как мы можем принести пользу другим живым существам, я думаю, что мы в самом деле сможем принести им пользу. И те, кто следует учению Будды, говорят ежедневно произносят мысли о том, произносят молитвы о том, как, чтобы принести пользу другим живым существам. Но необходимо не только произносить эти слова молитв, необходимо размыслить о том, как мы в самом деле на практическом уровне можем принести пользу другим. И все живые существа одинаковы в том, что не желают страданий и желают счастья. И то, каким будет наше будущее Вселенной, каким будет наш будущий мир, зависит от нас, от наших собственных действий. 7 миллиардов людей, которые живут на этой земле, желают счастья. И если они постараются исправить этот мир, сделать его лучше, я думаю, что он в самом деле станет лучше. И поэтому в этом мире все живые существа, среди них и люди, я думаю, что в самом деле можно принести пользу этим живым существам и людям, и необходимо размышлять о том, каким образом мы можем постараться принести пользу другим живым существам, другим людям, проживающим в этом мире.
И, как я уже говорил прежде, все религиозные учения говорят о любви и сострадании. Это то, что в самом деле необходимо всем нам. И также очень важно современное образование. Однако в современном образовании практически не говорится о любви и сострадании. И я понимаю, почему это происходит. Потому что в последние 200 лет в западных странах развитие науки, современной науки начало постепенно зарождаться. И постепенно с развитием науки начали возникать нерелигиозные образовательные институты. И таким образом в современном мире, мне кажется, несколько не хватает религиозных наставлений. И очень важно понять, что если возникают какие-то конфликты на религиозной почве, это указывает на явный недостаток любви и сострадания. И поэтому я думаю, что такое образование, такое знание должно даваться в школах, дети должны получать такое знание о любви и сострадании в школах. И ученые говорят о том, что если мы испытываем умиротворение и счастье в нашем собственном сердце, в нашем собственном уме, то мы живем дольше, наша длительность нашей жизни увеличивается, в семьях присутствует согласие между супругами и членами семьи. Если же в противоположность этому любви и сострадания не хватает в семье, то тогда и члены семьи не испытывают согласия друг с другом. И поэтому, очень понимая причины, почему необходимо любовь и сострадание, необходимо проявить особое внимание к этим темам, необходимо проявить особое внимание к любви и состраданию. В противном случае, если мы развиваем гордыню, зависть, надменность, то мы начинаем испытывать сомнения и по отношению к друг другу. И поэтому я говорю о том, что в современном мире очень часто конфликты возникают, несмотря на современное образование, несмотря на достижения современной науки. И поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что одного лишь современного знания, научного знания недостаточно. Поэтому необходимо светское образование, современное светское образование. И очень многие ученые поддерживают эту идею. Многие из тех, кто представляет современное научное знание, поддерживают эту идею. И поэтому те, кто живут в Индии, я уже говорил вам прежде, что светская этика, светское учение ахимса присутствовало в Индии, развивалось в Индии в течение очень многих лет, в течение последней тысячи лет. И учение об Ахимсе, учение о Каруне — это то, что развивалось в Индии в течение очень долгого времени. Это часть индийской культуры. И это культура ваших предков. Это культура, которая связана с психологией, и необходимо развивать, поддерживать, сохранять эту уникальную культуру, присущую Индии. И теперь давайте перейдем к нашему тексту. И как я прежде уже говорил, существуют многие различные учения, философские воззрения, которым следуют люди. Однако основой этих учений является любовь, сострадание,
чувство братства и сестринства по отношению друг к другу. И это все те учения, которые присутствовали на земле Индии в течение долгого времени. И независимо от того, верите ли вы в существование Творца или не верите в существование Творца, мы все должны понимать, что любовь и сострадание – это что, то, что необходимо всем нам, всем живым существам, всем людям. И какое бы религиозное учение вы не следовали, необходимо стремиться к тому, чтобы проявлять уважение по отношению к представителям всех других религиозных конфессий, всех других религиозных учений. Так как все религиозные учения говорят о любви и сострадании, о необходимости развития любви и сострадания, уважения ко всем. И как я уже говорил прежде, в этом мире живет 7 миллиардов людей, из них 1 миллиард — это атеисты, не верящие в религиозные учения. И как я уже говорил прежде, очень важно понимать, что из-за привязанности к своему собственному религиозному учению, религиозной конфессии, возникают конфликты на религиозной почве. И необходимо понимать, что такие конфликты недопустимы. Необходимо стараться устранить такого рода непонимание и конфликты, проявлять уважение друг к другу, проявлять уважение к представителям всех религиозных конфессий. И очень печально, если такие религиозные конфликты возникают, потому что основой всех учений, религиозных учений, является любовь и сострадание, и необходимо стараться следовать этим учениям, которые говорят о необходимости развития таких благих вещей. И если даже мы посмотрим на животных, если мы проявляем любовь к этим животным, то они отвечают любовью в ответ. И если вы, наоборот, будете проявлять гнев к этим живым существам, если вы будете бить их, то они постараются держать вас от вас подальше. Точно так же дело обстоит и со всеми другими чувствующими существами, точно так же дело обстоит и с людьми. И это то, о чем нам необходимо задуматься. И как я уже говорил прежде, мы все социальные животные, люди, социальные животные, живущие в социуме. И даже если мы захотим жить отдельно от других живых, от других людей, мы не сможем этого сделать, независимо от того, насколько глубокими знаниями или хорошим образованием мы обладаем, мы не сможем выжить без человеческого сообщества. И понимая это, необходимо стараться проявлять любовь и страдания к другим членам человеческого сообщества. И даже если возникают какие-то небольшие конфликты или недопонимания, надо стараться проявлять терпение друг другу. И это верно для всех, для тех, кто следует каким-то религиозным учениям, и для тех, кто не следует никаким религиозным учениям. Это то, что верно для всех людей, проживающих в человеческом социуме.
все живые существа, все люди желают счастья. Нет ни одного человека, который бы желал несчастья и страданий для себя. И поэтому нам необходимо стараться помогать друг другу в достижении желаемого счастья. И, как я уже говорил прежде, во многих местах нашего мира происходят различного рода военные конфликты, люди погибают в этих конфликтах, дети во многих уголках земли гибнут от голода. И я думаю, что это очень печально, что такие вещи могут происходить в нашем современном мире. Если вы посмотрите на Сирию, на Йемен и на другие страны, где сейчас происходят конфликты и другие печальные вещи, вы увидите, что люди переносят огромные страдания в этих странах. Дети гибнут от голода. И я думаю, что такие вещи не должны происходить в нашем мире. Но мы все, будучи буддистами, произносим молитвы о том, чтобы все живые существа обрели счастье и причины счастья. Однако же, если мы просто произносим эти слова, не стараясь практически помочь тем, кто испытывает такие страдания, я думаю, что такие слова являются пустыми, и более того, в какой-то мере они могут быть восприняты как ложь, потому что если мы просто говорим об этом, не стараясь помочь другим живым существам, то это неправильно. И если мы заботимся лишь о своем собственном благе, не заботясь вовсе о благе других, то мы не можем сказать, что мы в самом деле следуем учению Будды. И как я уже говорил прежде, в этом мире проживает 7 миллиардов людей. И в современном обществе мы обладаем огромным научным знанием, и необходимо стараться использовать это знание для того, чтобы принести пользу другим живым существам, избавить людей, проживающих в этом мире, от страданий, которые они испытывают сейчас. Использовать это знание для того, чтобы принести пользу, помочь этим людям. И от одних лишь этих молитв, устремлений мы не сможем добиться такой помощи, не сможем принести пользу другим живым существам. Необходимо действовать, необходимо совершать действия, которые принесут пользу другим людям. Потому что в этом мире нет ни одного человека, ни одного живого существа, которое желало бы страданий, которое бы желало несчастья. И в этом мы совершенно одинаковы, в этом мы совершенно похожи друг на друга, мы одинаковы в этом. И необходимо помнить о том, что если мы совершаем добродетельные действия, то мы обретем плоды, соответствующие тем причинам, которые были заложены. Если мы совершаем недобродетельные действия, то такие действия станут причиной наших страданий. И поэтому необходимо стараться принести пользу другим живым существам, совершая добродетельные дела. И мы должны быть, можем быть уверены, что результатами таких благих действий станет наше собственное счастье. И также очень важно помнить о том, что недостаточно лишь современного научного образования. Необходимо также и образование, которое бы учило молодое поколение любви и состраданию. Любовь и сострадание — это в самом деле те вещи, которых так недостает в современном мире. И
И поэтому я говорю, что в современных образовательных институтах, современных образовательных заведениях очень важно преподавать такие предметы, в которых бы объяснялась важность любви, сострадания, взаимоуважения. И поэтому вместе с современным образованием очень важно преподавать и наставление любви и сострадания. И есть необходимость в современном мире также и о том, объяснении того, как мы можем поддерживать свое здоровье. И вместе с этим также необходимо объяснять не только о физическом здоровье, но и о здоровье своего собственного ума, как мы можем поддерживать это здоровье, как мы можем развивать свой ум, развивать любовь и сострадание в своих сердцах. И те дети, которые посещают школу, должны получать такое образование. Учителя должны объяснять, давать наставления о любви, сострадании, терпении. Необходимо также объяснять детям о том, что гнев, зависть, гордыня — это те вещи, которые приносят вред, вред нашему человеческому обществу. Это те вещи, которые мешают достижению счастья. И поэтому, как я уже говорил прежде, необходимо следовать секулярной этике или светской этике, которая зародилась в Индии. В Индии, в стране, где присутствуют многие религиозные учения. И многие ученые во всем мире, как в Индии, так и во всем мире, поддерживают эти идеи. И поэтому я обращаюсь к вам, жителям Индии. Эти идеи появились на вашей земле. И я считаю, что это ваша ответственность поддерживать эти учения, светской этики. Те люди, кому нужен перевод на английский, поднимите, пожалуйста, руки. Все ли получили книги с английским переводом? Также есть перевод на английский и на другие языки. И сейчас мы переходим к Дармачакра Сутре и Шалистамби Сутре. Я думаю, что эти тексты также есть и на языке пали. Это те учения, те сутры, которые пронизывают все буддийское учение. Но иногда случается так, что санскритские сутры не встречаются на языке пали. А также есть некоторые сутры Будды, которые сохранились на языке пали, но не были переведены на тибетский язык. И поэтому я думаю, что очень важно, чтобы мы попытались выяснить эти моменты. И сейчас мы переходим к Дармачакра сутре, которая на тибетском называется Чугюкхолодо, на санскрите она называется Дармачакра сутра. Это сутра Колеса Дхармы. И сам этот текст называется «Сутра Колеса Дхармы». И когда мы говорим о дхарме, дхарма происходит от глагола «схватывать», «хватать», «удерживать». В тибетском же оно происходит от другого глагола. В тибетском слово «чей», обозначающее учение Будды, происходит от глагола «трансформировать».
И таким образом дхарма – это то, посредством чего мы трансформируем свой собственный ум. Когда мы говорим о счастье и страдании, Будда говорил, что мы испытываем счастье и страдания в своем собственном уме. И он говорил о том, что необходимо прекратить совершение недобродетельных действий и совершать добродетельные действия. Когда мы говорим о недобродетельных действиях, это действия тела, речи и ума. И то от того, каковы эти действия, добродетельные и недобродетельные, зависит от нашего собственного ума, от нашей мотивации, от нашего устремления. И поэтому Будда в этом же четверостише говорил о том, что необходимо обуздать свой собственный ум. Если наш ум обуздан, то все те действия трех врат, которые мы совершаем, они станут добродетельными, они станут хармой. Если наш ум не обуздан, то даже если мы объясняем учение или стремимся совершать добродетельные действия, они станут недобродетельными, они не будут хармой. И поэтому корнем того, являются ли действия добродетельным или недобродетельным, лежит в нашем уме. Сама сущность нашего сознания, ясная и постигающая, она нейтральна. Однако же мы можем обратить наш ум и к добродетели, и к недобродетели. Каким же образом сознание становится добродетельным? Что является благоприятными факторами для этого? Любовь и сострадание. И другие добродетельные виды сознания, они делают наше сознание добродетельным. Ненависть, привязанность — это то, что вредит нашему сознанию, это то, что делает его недобродетельным, то, что делает его необузданным. И само слово «че» в тибетском языке говорит о том, что нам необходимо трансформировать, обуздать свой ум. И для этого мы используем различные методы. Обычно мы говорим о том, что учение, дхарма — это что-то отдельно от нас, это какие-то тексты, которые мы изучаем. Но на самом деле это проявленное учение. И проявленное учение — это то учение, которое объясняет о постижении, о том, как мы можем достичь постижения дхармы. И нам необходимо следовать тому, что объясняется в этом явленном учении. И поэтому Васубанху говорил о том, что существует два вида учения Будды — реализованное или постигнутое и явленное учение. И посредством первого мы сохраняем учение, а второе — это то, что необходимо практиковать. И таким образом мы можем поддерживать и сохранять учение. И мы можем сохранять и развивать учение только посредством объяснения его и практики этого учения. Нет никакого другого метода для сохранения учения Будды. И поэтому нам необходимо стараться трансформировать свой собственный ум. И очень важно знать, каким образом мы трансформируем свой ум, методы для трансформации. И поэтому этот текст называется «Сутра Калисадхармы». И здесь говорится, такую речь я слышал однажды. Бхагаван пребывал в Варанасе в роще Ришивадана Мригадава. То есть это учение, которое относится к первому повороту колеса учения. Тогда Бхагаван провозгласил пятерке монахам. «О, монахи!» И он обратился к пяти монахам, которые пребывали вместе с ним в то время, когда он практиковал аскезу. Он обратился к ним со следующими словами. «О монахи, когда о ранее неслышимых дхармах я должным образом размышляю, это святая истина страдания, у меня раскрылись глаза, родилось знание, видение, понимание и постижение». И таким образом Будда делится своим опытом. Он говорит о том, что я в течение 6 лет практиковал аскезу.
Если мы посмотрим с точки зрения обычного восприятия, до того, как Будда достиг полного пробуждения, он являлся бодхисаттвой и практиковал, начиная вплоть до пути применения, он был обычным существом. И затем говорится о том, что за одну сессию он прошел пути от видения выше и достиг полного пробуждения. И Будда, таким образом, став монахом, оставив свой дом, оставил все чувственные удовольствия. Он понял, что что они не имеют никакой сущности, и оставив свой дом, стал монахом. И также Будда постиг, что недостаточно просто являть внешние признаки монашества, необходимо практиковать. И поэтому он в течение 6 лет занимался аскезой. И в это время Будда практиковал те учения, которые присутствовали в мире. Не знаю, можно ли их назвать брахманизмом, но как бы там ни было, он практиковал те учения, которые были распространены в Индии. И затем он обрел уверенность в тех учениях, которые он изучал, которые он практиковал. И он находился в течение 6 лет, занимаясь практикой, и не просто занимался практикой, а размышлял. И затем здесь, в этой сутре, он делится тем опытом, который он обрел. И он говорит: «У меня раскрылись глаза, родилось знание, видение, понимание и постижение». И есть комментарий на эту сутру, но я не помню его хорошо. Однако здесь говорится о том, что дхарма — это то, что мы практикуем посредством своего ума, а не внешних физических действий телом. И каким же образом мы обуздываем свой ум? Что является недостатками необуздания своего ума? Размышляя над этим, мы стремимся к тому, чтобы обуздать свой собственный ум, свое собственное сознание. Мы стремимся к тому, что обуздывает наш собственный ум, наше сознание. Недостаточно лишь практиковать внешнюю физическую, телесную аскезу. Необходимо использовать различающую мудрость. Необходимо распознать, что делает наш ум необузданным, что является противоядием необузданности нашего ума. И исследуя таким образом, анализируя, применяя анализ, мы используем противоядие и делаем наш необузданный ум обузданным, усиливаем благоприятные факторы и полностью устраняем необузданность нашего ума. И поэтому Будда говорит о том, что у меня родилось знание, видение, понимание и постижение. О монахи, когда я ранее не слышанных дхармах, я должным образом размышлял, это страдание, это источник страдания, это прекращение страдания, а это путь, ведущий к прекращению страдания. У меня раскрылись глаза, родилось знание, видение, понимание и постижение. И здесь он говорит о 4 благородных истинах. И это краеугольный камень учения Будды, это его основа. И понимание смысла учения направлено на то, чтобы устранить страдания. Все учения Будды направлены на то, чтобы устранить страдания. В индийских философских учениях даже те философские воззрения, которые утверждают существование Творца, они направляют свою практику до шамадхи, медитативного сосредоточения и анализа на то, чтобы устранить страдания. И также и Будда говорил о том, что необходимо использовать свой интеллект, усиливать его, использовать его для того, чтобы устранить страдания.
И Будда размышлял в течение 6 лет, когда он практиковал аскезу, он размышлял о том, как необходимо избавиться от страданий, и во время достижения полного пробуждения, начав свою сессию к рассвету, он достиг полного пробуждения, используя те методы, которые он постиг. Будда говорил о том, что является страданием, что является причиной этого страдания. И здесь он говорит об истине источников страдания. Затем эти страдания возникают из причин. Эти причины возникают из загрязненной кармы. Карма возникает из сознания. Сознание, которое находится под властью 3 ядов, 3 омрачений. О том, зависит от омраченного сознания. И из этих 3 ядов самым главным ядом является неведение. Неведение, не знающее, что необходимо оставить, а что необходимо практиковать. И из-за этого неведения мы испытываем все страдания. Из-за этого это неведение является корнем всех омрачений. И здесь недостаточно одной лишь веры. Мы не сможем устранить это неведение, лишь опираясь на веру. Необходимо узнать, что является сущностью этого неведения, каким образом оно воспринимает неправильно свои объекты. И здесь необходимо использовать сознание, полностью противоположное этому неведению. И таким сознанием является мудрость. Мудрость — это противоположность неведению, которая может устранить это неведение. И в потоке сознания одного человека 2 вида сознания, которые противоположны, не могут существовать. Не может существовать неведение относительно какого-то объекта и мудрость, постигающая этот объект. И, например, если в нашем сознании присутствует гнев, этот гнев не может проявляться по отношению к тому же объекту, по отношению к которому у нас проявляется, например, любовь. То есть эти два сознание, их способ восприятия совершенно противоположен. Поэтому, если в нас присутствует сильная любовь по отношению к какому-то объекту, к этому объекту не может проявляться гнев. И наоборот. И об этом будет говориться в тексте. И поэтому исключительным, необычайным моментом, о котором говорится в учении Будды, это истина пути. И это то, о чем говорил Будда, это взаимозависимая связь, которая будет объясняться позже в наших текстах. И Будда говорил, что не существует истинно существующего я, самосущего бытия, так как все явления взаимозависимы. Не может существовать истинно существующего «я». И какие бы явления ни существовали, все эти явления, они не существуют объективно. Когда я смотрю на вас, например, когда смотрю на всех тех, кто присутствует здесь, мне кажется, что каждый из людей, присутствующих здесь, существует сам по себе, независимо, объективно, не опираясь на что-либо еще или... Те, на кого я смотрю, кажутся существующим таким образом. И вследствие такого восприятия возникают неправильные помыслы. И об этом говорится как в сутре, так и в учениях Нагарджуны, который сочинил 6 текстов по срединному воззрению. И когда я разговариваю об этом с учеными, многие из моих знакомых ученых говорят, что и наука говорит об этом же, что внешние явления не существуют объективно. И они не используют те же термины, что мы используем в буддизме, однако они говорят по сути о том же. Они говорят о том, что все явления являются лишь обозначением, которое придается нашим собственным сознанием. Они не существуют объективно. Об этом говорят и квантовая физика. Наблюдатель, они существуют как объекты, которые воспринимаются обозревателем. Если нет
они существуют из-за того, что есть наблюдатель, наблюдающий эти явления. И Читаматра, и это то, о чем мы будем говорить позже, неведение. То, что мы называем неведением, это не просто какое-то незнание, это ложное сознание. И это ложное сознание не может быть устранено просто верой, оно должно быть устранено мудростью. И далее в тексте говорится, это страдание, это источник страдания, это прекращение страдания, а это путь, ведущий к прекращению страдания. У меня раскрылись глаза, родилось знание, видение, понимание и постижение. У монахи, когда о ранее неслышанных дхармах я должным образом размышлял, прямым постижением мне должно полностью познать эту святую истину страдания. У меня раскрылись глаза, родилось знание, видение, понимание и постижение. То есть здесь Будда говорит о том, что необходимо исследовать учение, исследовать четыре благородные истины, и тогда в нас появится понимание. О монахи, когда о ранее неслышанных дхармах я должным образом размышлял, прямым постижением мне должно... Я не получал... И Далай-лама говорит о том, что я не получал устную передачу на Кангюр, на эту сутру, и поэтому я не думаю, что здесь необходимо прочитывать весь текст. И Будда никогда не говорил о том, что необходима какая-то устная передача для учений. И поэтому я думаю, что неправильно, если мы оставляем где-то на шкафу те тексты, будь то тексты Будды или будь то тексты Нагарджуны и других, на которые мы не получили устную передачу, устная передача которых не сохранилась. Необходимо изучать эти тексты независимо, есть ли на них устная передача или нет. И в Кангюре, в буддийском каноне существует более 100 томов. И это то, что необходимо изучать. Необходимо изучать канон Будды. Также существует Тенгюр, в котором около 200 томов комментариев, написанных индийскими учеными. Это то, что нам также необходимо изучать. И хотя у меня нет устной передачи на этот текст, я не буду зачитывать его полностью, однако я думаю, что очень важно изучать эти тексты, независимо от того, есть ли на них устная передача или нет. И то, что мы желаем, это счастье. То, чего мы не желаем, это страдание. Мы стремимся к счастью, свободному от каких-либо страхов или сомнений. И любое существо, обладающее сознанием, умом, стремится избавиться от страданий, стремится к обретению счастья. И это то стремление, которое есть даже у насекомых. И настоящее счастье — это счастье, которое свободно от каких-либо страхов или опасений. И даже если мы испытываем какое-то физическое приятное ощущение, когда едим вкусную пищу, если мы испытываем страх, то мы не испытываем полного счастья. Настоящее счастье — это счастье, свободное от каких-либо страхов или сомнений. Если наш испытывает умиротворение, какие бы ощущения мы не испытывали посредством органов чувств, они не так сильно влияют на нас. И поэтому я говорю о том, что
самым важным является то, чтобы наше ментальное сознание испытывало счастье. И ум — это то, что создает счастье и несчастье, счастье и страдания. И теперь его сестра говорит, чтобы то, что он сказал, было переведено на хинди. И пока будет осуществляться перевод на хинди, я отдохну. И сейчас говорится о том, что будет дано объяснение Дхармачакра Сутры. Говорится, на какой странице находится перевод на хинди этого текста. И сегодня учения, которые будут объясняться, это Дхармачакра Сутра или Сутра Повороту Колеса Учения и Шелестамба Сутра, то есть Сутра Рисового Ростка. Это два текста, которые присутствуют на санскрите, которые присутствуют в санскритской традиции буддизма. И здесь говорится, в этой сутре, эта сутра начинается с того, что Будда обращается к своим пяти ученикам. И здесь Будда, как уже говорилось прежде, делится опытом со своими пятью первыми последователями. Это пять первых последователей, которые сопровождали его во время аскезы, когда Будда в течение 6 лет занимался аскезой. И здесь Будда говорит о том, что он обрел, о том постижении, которое он обрел во время своей медитации. Он говорит о четырех благородных истинах. Он говорит о том, что это те истины, которые прежде он не видел, о которых он не знал. И он говорит о том, что у него раскрылись глаза, родилось знание, видение, понимание и постижение во время медитации. И Будда также говорил о том, что необходимо совершать добродетельные действия, необходимо полностью оставить совершение недобродетельных действий, необходимо обуздать свой собственный ум. Это и есть учение Будды. И Будда говорил о том, что те действия, которые мы совершаем своим телом, речью и умом, главным образом зависят от тех помыслов, которые присутствуют в нашем уме. Если наши помыслы добродетельны, то и действия, речи и тело также будут добродетельными. Если мы совершаем недобродетельные, если в нас присутствуют недобродетельные помыслы, то и действия тела и речи также будут недобродетельными. Хотя наше сознание, сущность нашего сознания является нейтральной, хотя это ясность и постижение, лишь эти два аспекта, однако наше сознание вследствие тех или иных факторов может быть добродетельным и недобродетельным, и нам необходимо стремиться к тому, чтобы делать наше сознание добродетельным, чтобы обуздать наш собственный ум и отвратиться от оставить недобродетель, отвратить свой собственный ум от недобродетеля. Так как из добродетели возникает счастье, к которому мы стремимся, а из недобродетели возникает страдание, которое мы стремимся оставить. Это то, что очень важно понимать. Очень часто люди думают, что под дхармой подразумевается какая-то внешняя практика произнесения текстов, совершения простираний и подобных дхармических действий, однако же на самом деле это не так. Истинной дхармой является обуздание своего собственного ума, трансформация своего собственного сознания. И это то, о чем нам необходимо размыслить, это то, о чем нам необходимо постоянно размышлять. И Будда говорил о том, что учение бывает двух видов. Учение бывает явленное или объясненное, и учение бывает постигнутое. И для того, чтобы сохранять и взращивать учение, необходимо делать это посредством объяснения и практики учения. То есть недостаточно просто изучать учение, необходимо воплощать его в жизнь, необходимо воплощать его на практике. И только таким образом мы сможем избавиться от тех омрачений, которые присутствуют в нашем уме. И учение, Будда проповедовал свое учение не
просто для того, чтобы оно было интеллектуально постигнуто. Он объяснял свое учение для того, чтобы, практикуя его, трансформировать свой ум. И поэтому с самого начала необходимо понять важность этих вещей. И если мы посмотрим на житие Будды с обычной точки зрения, то он был обычным человеком, который оставил свой дом, который стал монахом, который практиковал аскезу в течение 6 лет. И затем, практикуя, он прошел все 5 духовных путей, начиная с пути накопления, пути применения, пути видения, медитации, не медитации, боли. И во время первых 2 путей, на стадии пути накопления и применения, Будда был обычным живым существом. Затем, практикуя, он прошел все остальные пути, начиная с пути видения и выше, и достиг полного пробуждения. И поэтому очень важно понимать, что если вы будете следовать лишь внешним знакам, внешним практикам, внешней аскезе, и с помощью таких практик вы сможете достичь состояния Будды, то это совершенно не так. Необходимо главным образом работать со своим сознанием, стараться трансформировать и обуздать свой собственный ум, и только таким образом мы можем достичь полного пробуждения. И для того, чтобы обуздать свой ум, мы не можем достичь этого лишь с помощью каких-то внешних действий или принимая какие-то лекарства. Мы не сможем избавиться от клеш, которые присутствуют в нашем сознании. Каким же образом мы можем обуздать свой ум? Каким же образом мы можем его трансформировать? Мы можем его изменить? Мы можем изменить это посредством тех методов, которые были объяснены Буддой. И поэтому Будда говорил о 4 благородных истинах. Он говорил о том, что первая истина – это истина страдания, вторая истина – это истина источника страдания, третья истина – это истина прекращения страдания, и четвертая истина – это путь, который ведет к прекращению страдания. Будда говорил о том, что необходимо постичь страдания, необходимо постичь природу страдания. Затем необходимо понять, что является источником этих страданий. И понимая, что источником этих страданий является загрязненная карма, необходимо размыслить над тем, откуда появляется эта загрязненная, нечистая карма. Она появляется из омрачений, которые, в свою очередь, возникают из неведения. И необходимо размыслить о том, каким образом мы можем избавиться от корня всех омрачений, каким образом мы можем избавиться от неведения. И для того, чтобы избавиться от неведения, необходимо использовать противоядие, антидот, устраняющий это неведение. И в данном случае под неведением мы подразумеваем не просто незнание чего-либо, незнание какого-либо предмета, а под неведением здесь подразумевается ложное, омраченное сознание, неправильно воспринимающее свой собственный предмет, свой собственный объект. И для того, чтобы устранить это неведение, неправильно воспринимающее свой собственный объект, нам необходимо использовать сознание, правильно воспринимающее свой собственный объект. И в данном случае это мудрость, различающая мудрость, которая есть прямое противоядие неведению. И также очень важно помнить о том, что противоядием ложному сознанию может быть его противоположность. Как уже говорилось прежде, противоположностью ненависти или гнева является любовь. И в потоке одного человека не могут одновременно присутствовать 2 сознания, воспринимающие противоположными или не схожими способами один и тот же объект. Если в нашем потоке сознания присутствует гнев по отношению к какому-то объекту, в тот же момент не может присутствовать и любовь к этому же объекту. И наоборот, если наша любовь нацелена на какой-то объект, в тот же самый момент в нашем уме не может возникнуть другого противоположного сознания, например, сознание гнева, направленного на тот же самый объект. И используя это понимание, нам необходимо постараться избавиться
от тех неблагоприятных сознаний, недобродетельных видов сознания, которые могут присутствовать, которые могут появиться в нашем в уме, в нашем внутри нас. И каким же образом действует это неведение? Например, сейчас я, сидя на троне, смотрю на вас всех. И все те, кто присутствует в аудитории, все те, кто присутствует среди слушающих, кажутся мне, как возникает предо мной или воспринимается мной, кажутся мне как существующие истины, существующие объективно, существующие, не опираясь на какие-либо другие явления. Но на самом деле это не так. И поэтому здесь мы говорим о постижении взаимозависимой связи, о постижении взаимозависимого происхождения всех явлений. И поэтому очень важно для устранения такого неведения изучать тексты, в которых говорится о том, как мы можем достичь устранения такого неведения, как мы можем взрастить мудрость, различающую мудрость, являющуюся противоядием для такого неведения. И для этого необходимо изучать тексты, например, написанные Нагарджуной, так называемые 6 текстов по Мадьямаке, которые были написаны Нагарджуной, в которых он говорит о том, что все явления не существуют, истина не существует самостоятельно, не существует объективно. И говоря об отсутствии истинного существования, мне кажется, что современная наука, современная квантовая физика говорит практически о том же. Квантовая физика отрицает существование, независимое существование, объективное существование вещей. Квантовая физика говорит, что объект наблюдаемый зависит от наблюдателя. Таким образом, квантовая физика не использует той же терминологии, что и в буддизме, не говорит о том, что все явления существуют лишь как обозначение нашим сознанием. Однако же воззрение с квантовой физики очень схоже с тем, о чем мы говорим в буддизме. Очень схоже в утверждении об отсутствии истинного существования, объективного существования явлений. И как я уже говорил прежде, очень важно, чтобы мы изучали не только тексты, на которые у нас есть устная передача. Например, у меня нет устной передачи на полный кангюр, на полное собрание слова Будды. Однако же, несмотря на то, что у нас нет устной передачи на какие-то тексты, необходимо изучать эти тексты. Это очень важно. Потому что иногда люди поступают следующим образом. Они кладут куда-то высоко на шкаф, далеко от себя, те тексты, на которые у них нет устной передачи, не придавая им важности. Но я думаю, что это неправильный подход. Независимо от того, есть ли устная передача, сохранилась ли она или нет, надо изучать те тексты, которые важны для постижения бессамостности, которые могут принести нам пользу. И как я уже говорил прежде, слово Будды, собрание слова Будды состоит из более чем 100 томов. Также существует более 200 томов текстов, написанных комментариев, написанных индийскими учеными на это слово Будды. И нам необходимо изучать эти комментарии, независимо от того, есть ли на них устная передача или нет. И, как я уже говорил прежде, самым главным из тех видов счастья, которые мы можем испытывать, это ментальное счастье, ментальное умиротворение. Если мы в самом деле, если наш ум в самом деле успокоен, если наш ум в самом деле испытывает умиротворение, то независимо от того, что мы воспринимаем нашими органами чувств, они не имеют такой силы, как и ментальное сознание. И мы снова возвращаемся к нашему тексту. Поэтому Будда говорил о том, что причины счастья и страдания не лежат где-то вовне, они находятся в нашем собственном уме. И мы возвращаемся к нашему тексту. И
И далее говорит: «О монахи, когда о ранее неслышных кармах я должным образом размышляю, прямым постижением мне должно отбросить эту святую истину источника страдания. У меня раскрылись глаза, родилось знание, видение, понимание и постижение». И самым главным здесь является истинное прекращение и пути. Истина страдания зависит от того, обуздан или наобуздан наш ум. И далее мы переходим к истине прекращения страдания. Необходимо подумать, можно ли достичь состояния, где мы свободны от страданий. Возможно ли его достичь? И об этом Нагарджуна говорил в своих 6 сочинениях по Мадьямаке. Они были написаны именно для этой цели. И, например, в Мула Мадьямака Карике, в 26 главе говорится о том, что неведение заставляет вращать круговорот этого бытия. В 18 говорится о том, что если мы постигаем таковость, то мы можем избавиться от неведения. Если мы понимаем истину, как постигать эту таковость, говорится в 24 главе. В 18 говорится о том, что когда завершается, заканчивается карма и омрачение, то мы обретаем устранение, истинное устранение страданий. И зарождая противоядие, устраняющее омрачение и карму, мы можем достичь полного освобождения. Если мы не зародили такое, если мы не создали такие противоядия, то мы не сможем избавиться от страдания. И поэтому здесь говорится об истине источников страдания и о истине прекращения этих источников. Будда говорил о том, что 5 совокупностей являются страданием. Откуда же они возникают? Они возникают из кармы. Карма, в свою очередь, возникает из омрачений. И, как я уже говорил прежде, омрачение возникает из-за неправильного восприятия, неправильных помыслов. Они, в свою очередь, возникают из-за цепляния за истинное существование. И один из моих друзей, ученый, говорит точно так же. Он говорит о том, что когда ум находится в омраченном состоянии, сам он не является ни буддистом, ни последователем учения Будды. Этот ученый говорил о том, что когда человек находится в возбужденном, в омраченном состоянии, если он тренируется в обуздании своего ума, когда в нем возникает гнев, этот объект, по отношению к которому возникает это неведение, из-за самого неведения, из-за того, извините, гнева, кажется нам непривлекательным. И эта непривлекательность на 90% зависит и от этого гнева. И это, в свою очередь, возникает из-за цепляния за истинное существование. И с одной стороны, есть цитата: в которой говорится о том, что страдание, если мы ищем его причину, мы понимаем, что некоторые говорят о том, что страдание рождается из себя самого, другие говорят, что оно возникает из другого, некоторые говорят, что оно возникает из обоих, другие же говорят, что оно возникает из отсутствия обоих. Вы же, о Будда, говорили о том, что оно возникает из взаимозависимого возникновения. И об этом говорят и ученые, и это то, о чем мы знаем на своем собственном опыте. И как я уже говорил прежде, из-за неправильных помыслов. Появляется омрачение. Нам кажется, что из-за невидения, нам кажется, что явление существует каким-то определенным образом. Однако на самом деле это не так. Но из-за такого цепляния возникают эти неправильные помыслы, и вследствие этих неправильных помыслов возникают уже и последующие
омрачение. Как же можно положить конец страданию? То, что возникает с опорой на другие факторы, представляет собой взаимозависимо возникающее явление. Это и есть срединный путь. Нет ничего, что не возникало бы взаимозависимого, значит, нет ничего, что не было бы пустым. Вот такой вывод делает Нагарджуна. Когда мы смотрим на какие-то вещи, то нам кажется, что вещи существуют сами по себе, независимо. Нам кажется, что вещи не опираются на другие факторы, что они существуют сами по себе, независимо. Когда же мы постигаем, что вещи существуют зависимо, нам удается положить конец тому восприятию, которое диктует нам неведение. Постепенно эта привычка приписывать независимое существование вещам сходит на нет. В свою очередь, это воздействует также на нашу привязанность и гнев. При втором повороте колеса учения говорится о том, что природа ума светоносна. Хотя сегодня наш ум находится под воздействием восприятия самобытия, существует множество случаев, когда мы не цепляемся за самобытие так уж сильно. Например, когда мы испытываем большую любовь. Когда мы испытываем любовь, невозможно проявление гнева. Вот так функционирует наш ум. Когда мы испытываем один фактор, противоположный фактор не может проявиться. Даже те, кто не изучали тексты по философии Мадхьямака, могут понять, что это так. Если же вы считаете, что вещи существуют сами по себе, что они обладают объективным существованием, то в нас проявляется эта склонность приписывать вещам независимое существование. Но вот мы получаем доказательство тому, что у вещей нет независимого бытия. И это действует в качестве противоборствующего фактора, снижая нашу склонность приписывать вещам независимое существование самобытия. Поэтому на вопрос, можно ли положить конец страданию или нет, мы можем ответить самостоятельно. Мы можем открыть для себя, возможно ли прекращение страдания, если мы познакомимся с теми учениями, которые были дарованы при третьем повороте колеса учения. Но для того, чтобы это произошло, для того, чтобы мы укрепились в таких знаниях, нам необходимо познакомиться с соответствующими учениями, изучить их, а затем снова и снова прокручивать их в своем уме, чтобы не оставлять наше постижение лишь на уровне одного лишь сухого интеллектуального знания, поверхностного постижения. Но очень важно глубоко размышлять содержание учения для того, чтобы суметь прийти к убежденности и укрепиться в этой убежденности, утвердиться в ней. Например, можно поразмышлять о цеплянии за самобытие. Если мы поразмышляем об этом, то мы поймем, что у такого цепления нет опоры в достоверном познании. Там мы лишь можем сказать себе, мне кажется, что вещи обладают самобытием. Мне так представляется, мне это кажется. Это единственный довод, который мы можем привести в данном случае для того, чтобы подтвердить факт самосущего бытия вещей. Но за таким восприятием нет никакой логики. За таким восприятием нет никакого прочного обоснования. Любовь, сострадание, в свою очередь, не коренятся в этом самобытии.
постижении самобытия. Поэтому в нашем уме есть стабильная основа для развития сострадания, любви и тому подобных качеств. Сначала мы знакомимся с этими качествами, с любовью, состраданием, а потом постепенно взращиваем переживание сострадания и любви. И постепенно доводим сострадание и любовь до такого уровня, когда нам уже не требуется усилия для того, чтобы в нас проявилось сострадание и любовь. Они уже проявляются в нас без усилий. Вот так размышляем и понимаем, каким образом мы добиваемся постижения дхармы. Как мы делаем дхарму частью своего ума. Недостаточно начитывать мантру прибежища, Буддам, Шарнам, Гачами и так далее. Этого недостаточно. Очень важно глубоко размышлять об истинах, о прекращении, истине, о пути. Поэтому очень важно добиваться подлинного понимания, что такое дхарма на самом деле. У монахи, когда о ранее неслышанных дхармах я должным образом размышлял, прямым постижением я полностью познал эту святую истину страдания, у меня раскрылись глаза, родились знания, ведение, понимание и постижение. О монахи, когда о ранее неслышанных дхармах я должным образом размышлял, прямым постижением я отбросил эту святую истину источника страдания, у меня раскрылись глаза, родилось знание, ведение, понимание. Постижение. О монахи, когда о ранее неслышанных дхармах я должным образом размышлял, прямым постижением я проявил эту святую истину, знание прекращения страдания, у меня раскрылись глаза, родились знания, ведение, понимание и постижение. Конечно же, у нас в мире есть множество различных религиозных традиций, каждая из которых есть свои отцы-основатели. И очень многих пророков мы можем восхвалять за определенные качества, которыми обладают их тела. Но, с другой стороны, у нас есть качество Будды. Будда обладает, его тело обладает первичными и вторичными характеристиками. И мы можем восхвалять Будду за эти качества тела. Но первое, за что нужно восхвалять Будду, это, конечно, качества, присущие его сознанию. В санскритской традиции, например, в таком тексте, как Прамановартика, говорится о том, что Будда — это авторитетный учитель. Вернее, это тот, кто стал авторитетным учителем, учителем, на которого мы можем опираться. Мы можем опираться на него, взяв за основу его учение о взаимозависимом происхождении. А это то учение, которое можно обосновать логически. Если вы поразмыслите о взаимозависимом происхождении вещей, то вы сможете до определенной степени почувствовать на собственном духовном опыте, что вещи существуют зависимо. И чем больше вы постигаете, что вещи существуют зависимо, тем в большей мере это помогает вам справиться с этой привычкой приписывать вещам самобытие. И такого рода духовное постижение, его можно взращивать, если посвятить практике десятилетия. Я, например, обычно говорю, что я до определенной степени развил такое постижение, но это произошло потому, что я размышлял об этом на протяжении 60 лет. Поэтому те учения, которыми мы пользуемся, мы можем сделать их частью своего ума, если мы будем опираться на логическое обоснование, на размышление. Например, учение четырех благородных истин. Мы можем постичь его на опыте. Мы хотим счастья, не желаем страдать. Но о чем же нам следует поразмыслить в данном случае? Что такое страдание? Есть ли причина у страдания или же нет? Если у страдания есть причина, то нам недостаточно сказать, что страдания меняются от одного момента к следующему. В
Нам нужно подумать о причине страданий. И эта причина страдания — неправильное искаженное восприятие, неправильное понимание вещей. А с этим неправильным пониманием можно понять, если мы постигнем реальность как таковую. Именно так мы должны поступать, если мы хотим победить причину страдания. Если вы поймете истину прекращения, истину о пути, если вы хорошенько разберетесь с этими истинами, то вы сможете увидеть, что учитель, который преподал такие истины, это, конечно, надежный учитель. Наставник Нагарджуна восхваляет Будду именно за то, что тот преподал учение, которое позволяет нам справиться с неправильными воззрениями. Мы находим такое описание Будды в Мулмакьямака Карике, коренных строфах о срединности, где Будда говорит, что, где Нагарджуна говорит, что Будда — это самый лучший учитель, который преподал взаимозависимое происхождение, отсутствие восьми факторов. И наставник Цзанкапа также восхваляет Будду за то, что он преподал взаимозависимое происхождение. И он также говорит о том, что те, кто утверждает нечто противоположное тому, что говорил Будда, они лишь укореняются в своих собственных неправильных взглядах. И поэтому Цзанкапа говорит, кто не почувствует почтение, исходящее из самых глубин его сердца к Будде, думая о Будде с этой точки зрения. Истинная дхарма, которая включает в себя истинное прекращение, истинный путь, ведет к возникновению к истинной санкхи. И если мы будем двигаться по пути шаг за шагом, мы сами постепенно придем к тому, что станем Буддой. Мы все говорим об учении Будды, но когда мы говорим об учении Будды, нужно понимать, кто такой Будда, что значит санкха. Для того, чтобы разобраться с этим, нам нужно знакомиться не только с теми учениями, которые содержатся в наших текстах, но нужно хорошенько знать на собственном опыте, что такое истинный путь, истинное прекращение. Однажды было так, что я отправился в одно место, где я повстречался с людьми, которых я знал уже какое-то количество лет на протяжении долгого времени. И я сказала, мы все буддисты, правда? Они подтвердили, да, мы буддисты. Тогда я спросила, что же такое буддизм? И они сказали, ну, буддизм — это обращение за прибежищем к Буддхарме и Санкхе. А когда я спросила их, что такое Будда, кто такой Будда, они сказали, мы не знаем. Они не могли это должным образом объяснить. Тогда я спросила их, Будда и Брахма — это одно и то же, и Ишвара — это одно и то же. И они сказали, да, это примерно одно и то же. Тогда мне... Такое ощущение сложилось, будто для них все явления одного вкуса, в некотором смысле. И еще в Лакну я встречался с людьми, которые обращались за прибежищем, читали молитву о прибежище. Опять же, я спросила, что такое Будда, что такое Дхарма. Они не знали, они не могли правильно ответить. Что же такое Дхарма? Когда мы говорим о Дхарме, то это прежде всего наше собственное внутреннее переживание, наш собственный духовный опыт. И этот опыт, он порождается, когда мы изучаем учение Будды. Теперь мы обращаемся к следующему тексту. Святая сутра Махаяна Расткириса. Шлистамха сутра, так этот сутра называется. Вначале приводится восхваление всем Буддам и Бодхисаттвам, и это говорит о том, что этот текст относится к категории сутры. Так я слышала однажды, Пагаван пребывал неподалеку от города Раджагриха на горе Гридхакута вместе с великой общиной монахов, состоящей из 1250 монахов и великим множеством Бодхисаттв-Махасаттв.
Это учение относится к традиции Махаяны. Махаяна Сутра Аламкари используется термин Махаяна и Хинаяна, но я обычно предпочитаю не использовать эти два термина. Я предпочитаю называть это палийский канон и санскритский канон, потому что если мы будем говорить, что мы последователи Махаяны, то из этого будет как бы вытекать, что мы смотрим свысока на последователей других традиций, как будто бы последователи Тхеравады — это такие люди, которые стоят на ступеньку ниже, и это в корне неправильно. Учения Будды, такие как четыре благородные истины, учение о Винае — это основа буддийской дхармы. Поэтому, если мы будем смотреть свысока на тех, кто практикует вот такие основные учения, учения по Винае и так далее, то это будет в корне неверно. Если у нас не будет необходимой основы, каковой служит Винае, практика нравственности, мы не можем рассчитывать на то, что мы сможем развить в себе сосредоточение и мудрость, потому что Винае — это прочная основа, это база сосредоточения и практики мудрости. Поэтому бхикшу, монахи в странах Тхеравады, это, например, Бирма, Таиланд, Камбоджа, Таиланд, они практикуют Винае. Мы никак не можем позволить себе смотреть на них сверху вниз. Конечно, может быть, среди них тоже есть какие-то люди, которые недолжным образом практикуют панашеское поведение. Примеры такого мы можем найти в самых разных традициях. Есть 10 критериев. На основе которых можно называть традицию Махаяны таковой. Если все эти 10 критериев есть в вас самих, то тогда вы можете называть себя последователем Махаяны. А иначе это будут просто пустые слова, если вы будете говорить о них Хинаяна, а мы Махаяна. Сейчас мы прилагаем все усилия для того, чтобы добиться согласия между разными религиозными традициями. Почему мы так делаем? Если мы станем говорить «мы Махаяна», а не Хинаяна, это будет совершенно неправильно, потому что тем самым мы будем уничижать их и возвышать себя. Они являются носителями учений, которые есть для нас основа. И наши учения, махаянские учения, они надстройка над этой основой. Кратко повторим то, что его святейшество говорил в этой части. Его святейшество завершил свои объяснения по первой сутре, сутре о повороте колеса учения, и приступил к объяснению второй сутры, святой сутры Махаяны Расткириса.
И вот святейшество говорило о том, что чрезвычайно важно постичь третью, четвертую благородные истины из четырех благородных истин, а именно истину о прекращении страдания, истину о пути. И вот святейшество говорило о том, что когда речь идет о постижении, очень важно сделать постижение частью своего ума, а не оставлять постижение исключительно на уровне сухого интеллектуального познания. Когда мы говорим о прекращении, очень важно понимать, что это существующее явление нашего мира. Это не просто существующее явление, это то, что мы можем действительно реализовать, что мы можем осуществить, то есть сделать частью своего ума. И если мы хотим действительно добиться этого достижения, нам нужно обратить свое внимание на труды Нагарджуны. У Нагарджуны есть целый свод текстов, трактатов, которые посвящены такому постижению. И в особенности важное значение имеет текст Монматьямка Карика Нагарджуны и такие главы этого текста, как 18-е, 24-е. В этих главах объясняется то, что именно неведение является основной причиной, благодаря которой или из-за которой мы перерождаемся в сансаре снова и снова. И поэтому нам очень важно искоренить эту причину. В 18 главе Маламадхьяма Карики, например, говорится о том, что если мы хотим искоренить неведение, нам нужно понять, как именно мы можем это сделать. А сделать это можно единственным образом – постигнув пустоту, развив в себе мудрость постижения пустоты. Таким образом, мудрость постижения пустоты предстает как основное средство, воспользоваться которым мы должны, если мы хотим искоренить страдания. Это что касается 18 главы. В 24 главе дается очень подробное объяснение того, что такое неведение. И там говорится, что если мы искореним неведение, мы искореним карму, негативные эмоции. Как было объяснено выше, если мы хотим действительно понять, что прекращение достижимо, осуществимо, и для того, чтобы понять, что я сам способен достичь прекращения, нужно понять, какие причины приводят меня к страданию, приводят меня к различным проблемам, которые я испытываю. И одна из причин — это цепляние за самобытие. Это такое цепляние, которое заставляет нас приписывать вещам существование, которым те не обладают. И сегодня мы можем опереться в том числе и на изыскания наших коллег-ученых. У меня есть один друг, который исследовал состояние сознания людей, испытывавших огромный гнев. В процессе этих изысканий он пришел к выводу, что когда человек испытывает сильную ярость, гнев, то объект этой ярости, объект этого гнева представляется ему на 100% отрицательным. Однако 90% этой отрицательности, этой негативности — это всего-навсего проекция ума. Лишь 10% негативных качеств, которые мы видим в объекте, соответствуют действительности. 90% — это всего лишь измышления. Его святейшество также обратило наше внимание на еще одну строфу из Нагарджуны, где говорится о том, что многие ученые говорят о о
Одни говорят, что страдание возникает из себя, другие говорят, что оно возникает из иного, а третьи говорят, что оно возникает из себя и из иного. И только ты, объясняя страдание, говорила о взаимозависимом происхождении. Сегодня даже ученые говорят о том, что отрицательно настроенный ум он искажает природу вещей. Когда вещи предстают перед нами, нам кажется, что вещи существуют со своей стороны, они обладают неким объективным существованием, объективным бытием. Если мы хотим применить противоядие и победить такое восприятие вещей, то недостаточно проводить огненные пуджи, читать мантры или зажигать масляные светильники. Единственное средство, которое поможет нам обрести такую мудрость, это анализ реальности явлений. И здесь его святейшество снова привел две строчки из Нагарджуны. Все взаимозависимое возникающее является пустотным по своей природе. Это и есть срединный путь. Нет ни одного явления, которое не было бы взаимозависимым возникающим, и значит, нет ни одного явления, которое не было бы пустым. Здесь Нагарджуна ставит знак равенства между взаимозависимым происхождением с одной стороны и пустотой с другой стороны. Это строфа из 24 главы Маламадхьямака Карики, и они звучат следующим образом. 18. Все взаимозависимо возникающее именуется пустотой, зависит от обозначения. Это и есть срединный путь. И 19 строфа. Нет ничего, что не возникало бы взаимозависимо, следовательно, нет ничего, что не было бы пустым. Хотя мы находимся под воздействием цепляния за самобытия и других отрицательных эмоций, в каждый момент интенсивность цепляния меняется. В один момент времени это цепляние может быть очень сильным, в другой момент оно может переходить в некое спящее или латентное состояние, и в нас может проявиться больше любви или больше сострадания. Это говорит о том, что природа нашего ума на самом деле нейтральна, и мы можем направить свой ум в сторону неомраченного или позитивного состояния. Даже если мы не являемся последователями философии Мадхьямака, или если мы рассуждаем с точки зрения Мадхьямака Сватандрики, тем не менее мы можем утверждать, что наш ум, конечно, можно направить в сторону позитивных состояний.
Состояние цепляния не коренятся в достоверном познании, и, следовательно, они не могут быть постоянными. Они могут быть изменены. Мы можем уйти от цепляния, и мы можем прийти к более позитивным состояниям ума. Время второго поворота колеса учения Будда говорил преимущественно о пустотной природе явлений, а при третьем повороте колеса учения он говорил о светоносной природе ума. Чтобы разобраться в этом, нам нужно очень много размышлять, слушать учения, приучать к этим учениям свой ум. Очень многие из нас занимаются практиками йоги божеств. Для того, чтобы заниматься практиками йоги божеств, очень важно иметь устойчивое представление о пустоте, поэтому нужно посвятить попыткам такого постижения довольно долгое время. И его святейшество говорил в данном случае, что сам он посвятил десятки лет подобным переживаниям, достижению подобного духовного опыта. Его святейшество также проводил сравнение между отрицательными и положительными состояниями ума и делая вывод, что отрицательные состояния ума, они не коренятся достоверным познанием, и у них таким образом нет прочной и надежной основы, в отличие от положительных состояний ума, таких как сострадание и любовь, которые можно развивать до бесконечности. В отличие от отрицательных состояний ума, от отрицательных эмоций. Его святейшество подчеркивало, что для того, чтобы постичь истину о прекращении, истину о пути и так далее, нужны долгие годы. Это невозможно постичь в одночасье. Сам он посвящал 60 лет такого рода постижениям. И в это время почтенный Шарипутра отправился в то место, где прохаживался Бодхисаттва Махасаттва Майтрея. Придя, они повели беседу друг с другом на многие темы, доставившие истинную радость обоим. Собравшись, оба сели на плоский камень. Затем почтенный Шарипутра так сказал о Бодхисаттве Махасаттве. Есть комментарий Сандини Мачана Сутри, написанный китайским наставником, с которым я ознакомился. Я читал его. Говорится, что Винсек был комментатором, относящимся к корейской традиции. И в этом комментарии говорилось, что Майтрея Надха — это имя, было даровано сыну, потому что схожее имя носила и мать. Из этого вытекает, что Майтрея был человеком. Получается, что есть два существа. Одно существо — это существо в божественной форме, а другое — человек. Если мы рассмотрим учение о Санге и многие другие учения по сутрам о совершенной мудрости и текстам, относящихся к этой категории, то в этих текстах, как правило, под Майтрея понимается существо божественной природы. Здесь есть фраза, что они оба сели на плоский камень. Мне кажется, это замечательно. Однажды мне довелось побывать в Таиланде. Мне доводилось встречаться с буддийским иерархом Таиланда. Первый раз мы с ним повстречались, а второй раз, когда я приехала, его уже не было в живых.
Обычно, когда он даровал учение, он садился на плоский камень. Я видела этот камень и испытала чувство глубокого смирения, глядя на этот камень и на то, как именно он давал учение. Мне кажется, что именно что это свидетельство смирения и скромности. В этом смысле я считаю, что в тибетской традиции мы уделяем чрезмерное внимание вот таким тронам, чрезмерным украшениям. Вот сейчас я сижу на таком украшенном троне, и с него я говорю. А вот Будда Даса, буддийский иерарх Таиланда, сидел на таком же плоском камне, который упоминается здесь в этом тексте. Затем почтенный Шарипутра так сказал Бодхисаттве Махасаттве: «Майтрея, сегодня Бхагаван, посмотрев на ростки риса, проповедовал монахам эту сутру. Монахи, кто видит взаимозависимое возникновение, тот видит дхарму. Кто видит дхарму, тот видит Будду». Сказав так, Бхагаван больше ничего не произнес. Каков же тогда, Майтрея, смысл этой сутры, проповеданной Бхагаваном? Что такое зависимое возникновение, что такое дхарма, что такое Будда? Каким образом, если видит взаимозависимое возникновение, видит дхарму? Каким образом, если видит дхарму, видит Будду? Так он молвил. Бодхисаттва Махасаттва, Майтрея, так сказал почтенному Шарипутре: «Достопочтенный Шарипутра, всеведущий владыка дхармы Бхагаван, сказал здесь: монахи, кто видит взаимозависимое возникновение, тот видит дхарму. Кто видит дхарму, тот видит Будду». Что такое здесь взаимозависимое возникновение? Именуемое взаимозависимым возникновением таково: поскольку имеется это, возникает то. Поскольку родилось это, рождается то. Это общее учение. Эта фраза «поскольку имеется это, возникает то», «поскольку родилось это, рождается то» свидетельствует о взаимозависимом происхождении составных явлений. Нечто рождается, потому что рождается то. Эта фраза относится ко всем явлениям, составным или несоставным. И третья категория взаимозависимого происхождения — это зависимость от качеств. Это мы можем разделить на две категории взаимозависимого происхождения, которая подразумевает зависимость от составных частей и которая подразумевает зависимость от ярлыков, наименований. Если мы возьмем учение Нагарджуны, то он говорит прежде всего о том, что вещи существуют в зависимости от ярлыков, от наименований. Это очень тонкая форма зависимости. Здесь мы подходим к постижению пустоты как взаимозависимого происхождения и взаимозависимого происхождения как пустоты. Когда мы говорим о 12 звеньях цепи взаимозависимого происхождения, то это имеет отношение к составным явлениям. Они связаны друг с другом, а следствия связаны с причинами. В силу этого возникают составные явления. И здесь результат также зависит от причины в своем существовании. Не только результат зависит от причины, но и причина зависит от результата в своем существовании. Сейчас уже наступает время обеда, мы на этом прервемся. Его святейшество зачитывал отрывки и фрагменты из святой сутры «Ростки риса».
Еще раз зачитаем эти строфы. Бхагаван пребывал неподалеку от города Джагриха на горе Гридхакута вместе с великой общиной монахов, состоящей из 1250 монахов и великим множеством бодхисаттв махасаттв. В это время почти на Шарипута отправился в место, где прохаживался бодхисаттва махасаттва Майтрея. Придя, они провели беседу друг с другом на многие темы, доставившую истинную радость обоим, собравшись, оба сели на плоский камень. Говоря о Майтрее, его святейшество Далай-лама сказал, что в тибетской традиции мы полагаем, что Майтрея — это существо божественной природы, которое пребывает в Тушите, в божественном мире. Однако его святейшество также читал в одном из комментариев к Сандине Нирмачана Сутре. Это сутра, которая была преподана пред этим повороте колеса учения. В комментарии, который его святейшество зачитывал, говорилось о том, что Майтрея носил такое имя, потому что подобное имя было также у его матери. Из этого вытекает, что Майтрея, о котором говорилось в этом тексте, был человеческим существом. Это человек, у которого есть мать, подобно тому, как у каждого из нас есть мать. Поэтому сказал его святейшество, возможно, можно говорить о двух Майтреях или двух формах Майтреи. Божественная форма — это божество Майтрея, которое пребывает в Тушите, с одной стороны, и с другой стороны человеческое существо Майтрея Натха, у которого была мать, это человек. И далее его святейшество Далай-лама обратил внимание на упоминание о плоском камне. И он вспомнил о тайском иерархии, буддийском иерархии Буддадасе, который даровал учение, восседая на плоском камне. И сам вид этого плоского камня, который его святейшество видел, породил в его сердце чувство глубокого смирения. Его святейшество сказал о том, что в тибетской традиции слишком большое внимание уделяется различным украшениям, высоким тронам и так далее, в то время как Буддадаса даровал учение с плоского камня. Затем почти на Шарипутра так сказал Бодхисаттве Махасаттве: «Майтрея, сегодня Бхагаван, посмотрев на ростки риса, проповедовал монахам эту сутру. Монахи, кто видит взаимозависимое возникновение, тот видит дхарму, кто видит дхарму, тот видит Будду». Сказав так, Бхагаван больше ничего не произнес. Какого же тогда Майтрея смысл этой сутры, проповеданной Бхагаваном? На сегодня учения завершаются. Наш первый день учения завершен. Всего доброго и увидимся завтра.